10 часов начинают стартовать трудящиеся комбината. Стартуют они до 11:30. С 11:30 начинается регистрация трудящихся города. И до 12:30 мы будем бегать. Ну, даже, может, и до часу будем бегать. Это уже городские предприятия. Это мероприятие идет за счет спартакиады, как в зачет ГОКовской спартакиады идет, так в зачет городской спартакиады. Здесь, в принципе, участвуют не только трудящиеся данного цеха, допустим, или данной организации, а члены семьи, муж, жена, дети, там, бабушки, дедушки, мы никого не ограничиваем.